Они активные, инициативные, просто творческие люди, которые собрались на набережной Франциско с Кариной с одной целью – заложить первую аллею робототехников из тюльпановых деревьев. Организаторы уверены, благодаря такому энтузиазму прибрежная зона областного центра наверняка приобретет более привлекательный и ухоженный вид. Сегодня здесь собралось 4 организации. Это организация системы промышленной автоматизации, Савушкин продукт, Брестский государственный технический университет и компания «Книжный шкаф». Это акт доброй воли людей, которые решили присоединиться к озеленению города Бреста. Сейчас проходит большой проект «Тысяча деревьев к тысячелетию», и в рамках этого проекта сегодня мы сажаем 30 тюльпановых деревьев. Люди пришли семьями к этой акции, присоединились и детки, чтобы благоустроить наш любимый город. Такая акция для жителей областного центра бесценна. Поддержание, воспитание и формирование экологической культуры населения сделает наш город самым чистым и зеленым в республике. А тюльпановые деревья семейства магнолиевых станут настоящей достопримечательностью. Мы планируем, конечно, посадить и магнолии, и каликанты, древовидные пионы, но все это в дальнейшем, потому что это более мелкие карликовые деревья, их посадить проще. Почему мы садим именно летом? Ну, я считаю, надо ловить свой миг удачи. Если сошлись обстоятельства, стали звезды, если согласилось, нашлись спонсоры, нашлись волонтеры, интересующиеся люди. Если можно устроить праздник, то я всегда рад празднику. Мы загодя получили информацию, что эта акция состоится. И за 2 месяца мы подготовили деревья. Тюльпановые деревья – это дерево-долгожитель. Оно может расти около 500 лет. Вот. Это очень красивое дерево, очень красиво цветущее. Из самого названия понятно, что цветет оно тюльпанами, в форме тюльпанов. Это очень хорошие медоносы, очень-очень приятного медового запаха сами цветы. Цветы, получается, вырастают где-то 5-8 сантиметров, то есть они такие прям огромные. Вот. И сам лист у дерева очень особенный, он напоминает лиру, лировидный, и тем самым тоже напоминает и тюльпаны. Участники отмечают, благодаря желанию сделать доброе дело на благо родному городу, на протяжении всего времени посадки прекрасное настроение всем присутствующим было обеспечено. Сегодня озеленение территории превратилось в грандиозный праздник для всех собравшихся, а самое главное, благодаря стараниям его участников, через пару лет зеленые насаждения будут радовать не только глаз, но и душу. Сажать деревья – дело привычное. Когда я был возрастом моих внуков, похожую аллею, правда, это был тополь, сажал на своей маленькой родине. Вот. А здесь эмоции переполняют, чтобы было понимание. Мы сажаем аллею робототехников, и наш девиз – мы растем вместе. Мы хотели к тысячелетию города сочинить маленькую сказку. Когда деревья будут большими, Брест будет центром робототехники. Помните, стать участником подобной акции может каждый. Все в ваших руках.